Доброе утро! Сегодня я приготовлю обычную икру из печеных овощей, которую вы все умеете готовить. Я уверен, что каждая хозяйка знает по несколько рецептов этого замечательного блюда. Но в моем приготовлении этого блюда есть один секрет, но о нем чуть позже. Для начала я помыл овощи, выложил их на пергамент для того, чтобы отправить их в духовку. Ставлю температуру 220 градусов, буквально минут на 40 на час. А пока запекаются овощи, я подготовлю свежий чеснок. Оп, как живой. Нарезаю мелко. И укроп. Его я добавлю в самом конце, когда овощи уже будут готовы. Прежде чем доставать овощи, буквально осталось 5 минут, я подготовлю ароматное масло. Это будет моим секретом. Чтобы придать икре и маслу аромат дачи костра, я положу туда обычный раскаленный уголь. Или возьмите какую-нибудь щепотку, деревяшку, обожгите ее и положите в масло, чтобы аромат впитался в него. Пришло время достать печеные овощи. Ммм, какой аромат! Посмотрите. Лук, он уже практически сам вылезает из кожуры. То же самое с томатом. Удаляем сердцевинку и остальной томат помещаем тоже в блендер. Так, теперь перец. Баклажан. Вот так вот он быстро. И кабачок тоже туда. Ставлю блендер, добавляю укроп и чеснок. И масло, которое пропиталось вот этим замечательным углем. Аромат просто восхитительный. Аромат настоящего костра. Добавляю перец, соль. Я всегда добавляю чуть-чуть сахара. Еще раз пробиваю. Вуаля! Икра из печеных овощей готова. Чуть-чуть масла и просто перемешаю. У меня есть вот такая тарелочка. Добавлю масло из укропа. Затем для декора добавлю свежий чеснок. Крест салаты. И рядышком поставлю вот такие вот сухарики, сделанные из обычного белого и черного хлеба. Надеюсь, мой рецепт вам понравился, и вы обязательно приготовите эту икру из печеных овощей. Приятного аппетита!